Накануне Нового года на открытой площадке у Дворца культуры «Металлист» прошли новогодние утренники для детей сотрудников Тверского вагоностроительного завода. Традиция приглашать малышей на праздничные представления существует на предприятии давно. Но в этот раз паркетный зал сменили на open-air. Новый год считается волшебным праздником, когда исполняются самые заветные желания. Поэтому даже в связи со сложной эпидемиологической ситуацией Тверской вагоностроительный завод традиционный праздник решил не отменять, а провести его на свежем воздухе. Новый год все-таки больше семейный и детский праздник. И мы чувствуем сами себя немного детьми. Настоящий Дед Мороз, Снегурочка и ростовые куклы поздравляли ребят с наступающим Новым годом. А территория возле Дворца культуры по задумке авторов превратилась в импровизированный цирк «Шапито». Дети танцевали, отгадывали загадки, участвовали в конкурсах. Охотно включались забавы, которые предлагал Дедушка Мороз и родители. Я получила подарок новогодний для ребенка. Ну и вообще, мне кажется, очень много различных мероприятий, которые проводятся от организации и для семей, и для детей. Все, кто участвовал в новогоднем утреннике, получил массу положительных эмоций, а у детей остались яркие впечатления. Нравится елка? Да. А конкурсы понравились? Да. Все. Понравилось мне. А что-то вот больше, может быть, запомнилось на елке? Как танцевали. Кроме того, для всех детей вагоностроителей были подготовлены сладкие подарки. В этом году выдано более 6500 новогодних наборов, и это больше, чем в прошлом году. Поддержка семей вагоностроителей – это основная составляющая социальной и корпоративной политики Тверского вагоностроительного завода и компании «Трансмашхолдинг», в составе которого он работает. Вручение новогодних подарков – это тоже добрая многолетняя традиция. И уже на протяжении нескольких лет в новогодние подарки, которые получают наши детишки, вкладывается не только сладости, но и раскраски, тематические пазлы, благодаря которым родители могут в игровой форме рассказать своим детям, чем они занимаются. Сформировавшаяся традиция воспитывает поколение детей, которые гордятся своими родителями и их работой. И, может быть, в будущем эти ребята пойдут по стопам своих мам и пап и также станут сотрудниками Тверского вагоностроительного завода.